работа духовная, она невыполнима. По определению. Она невыполнима. То есть, даже если меня убьют, повесят, четвертую, сожгут и вообще там не знаю, что со мной будет делать, я все равно эту работу выполнить не смогу. Ну, вот тебе надо будет объяснить. Я могу объяснить, пожалуйста, но надо сначала понять исходное положение. То есть духовная работа – это работа, которую человек произвести изначально сам не может. Вместо него эту работу производит высший свет или Творец. Поэтому это и называется «Авудат Ашем» – работа Творца. Но дело в том, что упросить Творца, чтобы сделал за тебя эту работу, ты должен эту работу совершить. То есть упрашивание, убеждение, подготовка к тому, чтобы над тобой эта работа была совершена, это ты должен сделать. Саму работу ты сделать не можешь, потому что эти движения, они совершенно не находятся в рамках нашей природы. Это свойство абсолютной отдачи, абсолютной любви, оторванные от меня, от моего естества. Я их просто... потому как я создан, сделать не могу. Но это сделается за меня, высшим светом. Но я должен этот высший свет убедить в том, что я очень хочу, чтобы он сделал это. От моего имени. А почему эта работа будет записана на меня? А потому что я его упросил. Ну, то есть я сделал все для того, чтобы это совершилось. И поэтому это называется моя работа все-таки. Хотя и называется работа Творца. То есть он выполняет, но я его упрашиваю, поджуживаю, умоляю. Но меня заставили вот упросить. Я вот хотел бы вот это все-таки выяснить. Упросить меня заставили сделать эту работу. Это не просто. Не просто. Это не просто объяснить. Я хотел бы лучше сказать, что в этом есть свобода воли. В общем, да. Я могу повернуть это в любую сторону с объяснениями и убедить вас так или не так, но я хочу быть откровенным, хочу быть прямым и сказать, что в этом есть единственная возможность свободы воли вообще в нашем мире, в нашем состоянии у человека. Ну, потому что, извините, Ксения из Львова прямо сейчас спрашивает, какую работу должна выполнять я, а какую должен выполнять свет, высшая сила, Творец. Все-таки какую я должен выполнять работу? Я должен выполнять работу, которая бы этот высший свет заставила выполнить. Что эта работа заставила? Эта работа называется молитвой, просьбой. То есть я должен очень захотеть, сделать такое движение, которое я естественным путем сделать не могу. Вот отдать полностью, без всякого возврата мне, себе. Это невозможно. Наша природа – абсолютный эгоизм. А мы можем свыше получить такую возможность. Эта возможность называется высший свет, свет Хасадим. И тогда я могу отдать от себя, и ничего не требуя, и никаким образом не преследуя взамен. Никаких вознаграждений, отдач, возвратов и так далее. Но это только если на меня будет воздействовать высший свет. А упросить высший свет, чтобы он на меня действовал, это в моих силах. Но это тоже через группу, через работу в десятке и так далее. Но это так делается.